Dota 2 House – это отличное место, чтобы выиграть вещички по Dota 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Всем привет, это снова Топ Дота. Почему снова? Потому что у меня сегодня уже выходил видосик, буквально пару часов назад. Если не успели, то советую чекнуть. А сейчас я хочу показать вам несколько интересных мифов Дотки и вместе с вами их проверить. У нас будет максимально интерактивный видос во всех смыслах. В общем, погнали. Итак, первый миф Дотанчика. Можно ли понизить скорость передвижения до 0 единиц, чтобы юнит прям не двигался, как в стане, из-за кучи дебафов на МС? И... Ответ вы напишите в комментариях. Даю вам 5 секунд. И будем так делать с каждым мифом, чтобы было интереснее. А то вы, наверное, уже и вкладку переключили, чтобы смотреть мемасики ВК. Ну и ответ – нельзя. Скорость можно понизить только до 100 единиц, потом уже никакого снижения нет, сколько бы вы там ни замедляли и как бы вы сильно ни старались. Хотя, думаю, что многие и так правильно ответили в комментах. Вы красава. Теперь второй миф. Трон можно сломать с первого удара. Что вы об этом думаете? Вот прям подойти, бахнуть по нему и чтобы он рассыпался. Получится у вас такое. Ну, думаю, кто хотел, тот в комментах ответил. А теперь отвечу я. Да, у вас, конечно, получится. Правда, в обычной игре вряд ли, но вот в лобби точно. Во-первых, можно наобузить миллион урона за легионку или пуджа, ну а во-вторых, можно придумать разные обдолбанные стратегии с кучей бафов и дебафов. Однажды НС сделал такой, скажем, вызов Dota Community, и ребятки со всего инета придумывали разные хитрые способы. Способов они придумали немало, и в описании я давайте оставлю ссылку на ролик НС-а. Если вдруг вы этот движ пропустили, то советую глянуть. Нормальная такая тема была. А вот следующий миф у нас реально годненький, и тут я хочу, чтобы вы были повнимательней. Говорят, что если вы замедасите рейндж крипа, то получите экспы даже больше, чем если вы замедасите катапульту. Огромную вот эту вот штукенцию, которая появляется раз в несколько минут. Советую поставить на паузу, немножко подумать и отвечать. Написали? Думаю, большинство из вас предпочитает замедасить катапульту, если есть такая возможность, ведь так вы получите больше опыта, вкачаете таланты и так далее. Но, если вы так делаете, то вы не правы. Рейндж крип хоть и маленький, но опыта дает он побольше, чем та же самая катапульта, и тем более, чем какой-то миличный крипас, который вообще почти ничего не добавляет. Если вы попытаетесь сравнить это в игре, то у вас сейчас, к сожалению, ничего не получится из-за чудесного обновления 7.0, в котором теперь не показывается циферка опыта. И это, конечно, грустно. Но чтобы вы не подумали, что я вас тут наябываю, можете сами загуглить. Рейндж крип дает чуть больше экспы, чем катапульта, так что теперь используйте свои медасы с умом. Да и тем более, в таком случае вы получите еще и побольше голды. И последний на сегодня миф, звучит он так. Можно ли получить третий левел до выхода крипов? Понятное дело, не будем говорить о лобби, о кастомках, о читах и о прочей херне. Именно вот в пабе. Зашли, пикнули героя, апнули третий левел и потом хоп, вышли крипы. Все вот первого левела бегают, а вы такой королюга третьего. Получится? Давайте пишите. И да, получится. Для такого нужно постараться, запотеть и в соло насмерть угандошить Рошана. Именно до выхода крипов, на первом левеле. Если вы думаете, что это невозможно, то, наверное, вы совсем уж новичок, да и многого еще не знаете. Остальные же, думаю, в курсе того, что Урса может завалить рожку еще на первом левеле. Кстати, пишите в комментах, если хотите, чтобы я показал вам и рассказал, как это все делается в патче 7.0, потому что очень многое изменилось, и большинство такую штуку еще не пробовали. Видосик, кстати, могу запилить хоть завтра, вы главное напишите и налайкайте, мне это не сложно. Ну и на этом все, спасибо за просмотр такого вот экспериментального интерактивного видоса, с вами был Топ Дотич. Пишите, хотите ли вы еще подобные ролики и не забывайте подписываться. Ну а кто уж забыл, о чем я говорил в начале, гляньте мой второй ролик, который вышел пару часов ранее, вдруг пропустили. И вот теперь уже точно все, удачи!